Цыганке щенка-овчарки за 5000. Но через 2 месяца у ветеринара она узнала всю правду про питомца. Девушка думала, что покупает щенка-овчарки для охраны двора, но через 2 месяца у ветеринара она узнала всю правду. Наталья, пользователь форума, рассказала, как однажды увидела на рынке красивого щенка и влюбилась. Женщину уверяли, что это щенок овчарки и что в скором времени он вырастет и станет прекрасным сторожем их двора. Наталья и ее муж уже давно хотели завести сторожевую собаку. В породах они не разбираются, но точно знали, что нужна большая. Рано утром они отправились на рынок. Наталья просмотрела много щенков, цены кусались, и она никак не могла определиться. А потом она увидела цыганку с корзиной, в которой сидел славный малыш. Женщина подошла к цыганке и стала расспрашивать про щенка. Цыганка уверяла, что это овчарка и что собака отлично подойдет для охраны двора. Наталья даже ничего не заподозрила, так как все щенки на рынке выглядели практически одинаково. Цыганка взяла с нее лишь 5000 рублей, поскольку щенок был без документов, и сказала, что к ветеринару нужно идти только через 2 месяца, раньше не стоит, потому что щенок только недавно родился. Наталья отдала деньги, взяла корзинку с питомцем и пошла счастливая в машину, где ее ждал муж. Наталья отправилась к ветеринару через 2 месяца, и там она узнала всю правду о своем питомце. Оказалось, песику уже полгода, а не 3 месяца, как считала женщина, но это не самое страшное. Больше всего Наталью ошарашило то, что это никакая не овчарка, а кейсхонд. Ветеринар сказал, что это маленькая порода собак и питомцу не место во дворе. Наталья, конечно, расстроилась, но ничего не поделаешь. Теперь в их доме живет активная и очень ласковая собачка, а сторожевого пса у них так и нет.